мы сидим там в клубе, друг другу рассказываем, это вот столечко, чего мы знаем. А надо знать побольше. Прошу. Изяркин, генеральный директор торгового дома, сигаретной фабрики. И я, Лёзный Валерий, главный технолог по газ и сигаретно-сигаретной фабрики. Наша цель визит сюда, естественно, рассказать о нашем производстве, поскольку Погасская сигарная фабрика, и в следующем году юбилей, 100 лет. 100 лет мы выпускаем на российском рынке сигары, 100 лет выпускает курительные табаки. Был, конечно, промежуток времени, когда курительные табаки фабрика не выпускала. Это период революции и до недавнего времени. И теперь уже вот на протяжении последних 10 лет мы вернули производство, запустили снова производство трубочных табаков, курительных табаков. Вот, возродили наши рецепты, возродили те технологии, которые у нас были. Потому что если сделать историческую справку, тот регион, где находится фабрика, собственно, исторически, был в Российской империи основным производителем табака. Первая категория трубочных изделий и сигар употреблялась в России, а вторая категория, которая похуже, та поставлялась в Западную Европу. Сейчас немножко все изменилось. Мы пытаемся эти традиции все возродить. Вот. Наше сегодняшнее посещение, наш визит сегодня, в первую очередь касается, конечно, рассказать немножко о нас, рассказать о той технологии, которую мы используем, о тех табаках, которые мы используем в процессе производства, технологических приемах, соответственно, показать наш готовый продукт. И, наверное, еще одна цель, далеко не последняя, это мы хотим сегодня презентовать вам нашу новую линейку, как мы его называем, табачный бар, хотите называйте My Own Blend, Master Blend, как угодно. Это новая линейка под названием трубочный табак Стивенсон. Вот. Он у нас будет под номерами, выходит он у нас в банках Easy Open. Здесь представлен, правда, в виде кисетов, но это только лишь для удобства транспортировки. Там абсолютно тот табак, который выходит сейчас на рынок. Вот, 40-граммовая упаковка, представлены практически все виды табаков, которые, собственно, используются курителями трубки, курителями трубочного табака, для того, чтобы не просто создать свою смесь, наверное, не просто создать свою смесь, а уже применяя те знания, которые есть у трубокура, попытаться немножко подправить то, что не нравится. К примеру, кому-то не хватает сладости, кому-то не хватает пикантности, кому-то не хватает аромата. И вот этот набор последней линейки Стивенсона именно направлен на это. Мы более подробно на этом остановимся. Все дальнейшие процессы, они состоят из очень многих операций, которые включают в себя ферментацию, первичную, вторичную, резку табачного сырья, которая может быть состоять из операций треширования, то есть подготовки табачного листа, когда отделяется просто верхушка, отделяются основные пластинки, удаляется жилка, которая мешает, естественно, трубочных табаках. Прессование табаков. Прессование табаков как легкое, так и тяжелое для получения различных типов уже потом готового продукта. Это различные способы уже потом, опять же, обработки соусами с помощью тяжелых соусов, где находятся высокосахаристые сиропы. В общем, это сложнейшие процессы, и чаще всего они могут касаться отдельных табаков в смеси, так, собственно, и всей смеси в компоненте. Необходимо понимать, что да, из года в год табак, выращенный даже на одной и той же плантации, он очень много зависит. Вам наверняка известно слово «теруар». Это те условия, собственно, при которых табак вырастает, это почвенные условия, температурные, климатические условия. И от года в год этот теруар, естественно, изменяется. Вот. И, соответственно, табак, он как и вино, он в зависимости от года выращивания, был ли год засушливый, был ли год дождливый, табак изменяется. Чтобы вот эти рывки все убрать в табаке, существует, соответственно, вот эта наша база, и с помощью этой базы мы можем корректировать тот вкус, создавая, чтобы вкус все-таки был в том направлении, в котором он нам необходим. Дальше, если мы пойдем по схеме, то хорошо видно, что в зависимости от типа табачного сырья, от него химического состава, и, соответственно, изменяется сама технологическая схема. И чтобы получить готовый продукт, надо сказать, что порой проходят не то, что там дни, недели, а месяцы, которые включают и, собственно, холодную ферментацию. Вот. Как я уже говорил, растение, ну, за исключением
ориенталов, которые растут в Средиземноморском и Черноморском регионе. Это, собственно, традиционно сложившийся регион для ориентальных табаков. Сейчас пробуют выращивать в Индии ориенталы, но все-таки по качеству они значительно уступают турецким табакам из мира Сумы, греческой басне, македонскому прилепу, болгарскому кумалграду, значительно уступают. То есть все-таки, если говорить про ориенталы, про те сладкие, пикантные ориенталы, про которые мы говорили, вот Черноморское побережье, это на Черноморье. Используем из региона Матафина табаки, которые направлены для создания называемых голландских смесей, для создания французских смесей. Используем яркие перечные бензуки. Ну, соответственно, конечно же, пользуемся латаки, пользуемся табаками огневой сушки. Это кентуки, байолали, которую окрестили уже в интернете балалайки, но на самом деле байолали. Очень интересный табак, мы открыли его в Центральной Яве в одной из своих поездок. Это Вирджиния, вот, но прошедшая специальную огневую обработку, сушку. И это абсолютная правда, я сам это все видел, участвовал в этом процессе. Данный табак происходит свою вот именно горячую ферментацию на рисовой соломе. Построены сараи, яма выкопана. В Индонезии выращивается очень много риса, солома используется в качестве вот именно того сырья для того, чтобы получить табак байолали, пройти вот эту огневую сушку. Вот, к ним относятся латаки, кентуки, байолали. Практически сейчас очень много в Африке стали производить таких табаков. Это Танзания, Кения. Вот, мы уже тоже их используем. Вот новые линейки Стивенсон, один из табаков, по-моему, под номером 16, сейчас не помню точно. Это уже конкретно кенийская Вирджиния, прошедшая именно огневую сушку. Очень интересный табак. Все вы знаете, что такое кентуки, да, это мощный сам по себе табак, который практически сам по себе покурить его невозможно. У него очень мощный агрессивный вкус, очень большая крепость, практически его все оценивают по крепости 10 из 10. Вот. Но при этом очень интересные такие нотки копчености. Но вот эти вот копченые табаки, поскольку дым является типичным аэрозолем, состоящим из двух фаз, собственно, фаза. Жидкая, собственно, и фаза газа, которая и обрабатывает табак. Собственно, фенольное соединение, карбонильное соединение формирует тот вкус, цвет, аромат, который присущ табакам. Вот. Дальше так видишь. К сожалению, вторая половина цеха не поместилась, но если провести проект, точно так же с правой стороны находится такой же атмосфер. А вот, собственно, та схема, показывающая, как происходит взаимодействие. Мы понимаем, что белки – это аминокислоты, белки – это, соответственно, нитраты, нитриты, которые используются и образуются в процессе ферментационной обработки. С другой стороны, это полисахариды, фруктозы, глюкозы. Они вступают в реакцию, в результате которой реакция у нас образуются так называемые глюкозаамины, нитрозаамины. Те вещества, собственно, которые участвуют в реакции Майяра. Реакция Майяра – это реакция потемнения табака, соответственно, она вызывает потемнение табака. Это получение того фруктового аромата, аромата чернослива. За все за это отвечают вновь полученные вещества – нитрозаамины и глюкозаамины. Вот. Ну и, как я уже немножко рассказал, но этот слайд полностью уже как бы характеризует, что происходит в результате процесса образования кавендиша. Это снижение уровня никотина, изменение pH в кислую сторону, вот. Изменение в структуре белков и углеводов, то есть, как я уже сказал, они вступают в реакцию друг с другом, в результате получаются новые вещества, отвечающие за аромат, за вкус. Вот. Фруктозо-карамельный аромат кавендиша – это результат реакция кислотных, пароксильных реакций, происходит новообразование новых веществ. На том столе я бы хотел уже представить нашу серию Стивенсон. Вот. Можно подойти посмотреть, но там практически представлены все те табаки, про которые в профиле я рассказывал. Более того, там представлены три табака основных бленда, то есть это та основа, с помощью которой мы создавать свои новые смеси в плане создания. Ну а еще раз повторюсь, собственно, сам Стивенсон, новая линейка направлена на то, чтобы все-таки
немножечко где-то подправить ту смесь, чем она не нравится. Это здесь представлены уже и огнивые табаки копченые, и из Африки, как я уже говорил, собственно, сам Кентукки, Филипп из Луизианы, Латакия кипрская, то есть ориенталы из Турции, из Греции, несколько типов Вирджинии. Очень интересная Вирджиния, именно матурированная и жареная, стоус Вирджиния. Берлей очень интересный, который опять же матурированный, который тестированный. То есть это уже табаки специально, еще раз повторюсь, специально табаки подготовлены, эта серия подготовлена, так называемые для формирования все-таки мастер-бленд. Что-то как чем-то себе свой собственный табак не удовлетворяет, можно всегда взять вот эту линейку, либо отдельных представителей и уже подлечить именно так смесь, как тебе нужен. Есть такой термин «тритмент». Вот это, собственно, та линейка, она для этого предназначена. Ну, а теперь могу просто ответить на все эти вопросы непосредственно там. Вот по поводу блендинга. На самом деле у нас, ну, это везде так, но у нас по большей части, ну, отсутствует вообще какая-либо информация о том, как самостоятельно можно это все делать. Не планируете ли вы какую-то хотя бы на основе своей табачной смеси выпустить там брошюру? Хорошо, самоучитель. Ну да, ну, с простейшими рецептами, вот, чтобы понять проблемы, могу немножко рассказать. Здесь просто необходимо, видимо, формироваться на каких-то основных смесях. Ну давайте разберем, к примеру, классику английскую смесь. Классику английскую, причем я бы взял, наверное, за основу, ну, давайте одну и вторую рассмотрим, оба профиля рассмотрим. К примеру, хочется создать свою смесь английскую, классическую, это Virginia смесь, да? Можно спокойно взять, возьмем, значит, таким образом. Я бы взял матурированную Virginia за основу, именно матурированную Virginia за основу. Вот, добавил бы туда для придания все-таки сладости, хлебных ароматов жареной Virginia. Для более сахаристого, для повышения сахара, я бы добавил что-нибудь из Брайта, это Африку. Африку называем. Вот, поскольку Африка отличается высоким содержанием углеводов, низким содержанием белков, то, соответственно, таким образом я сразу повышаю уровень сахаров в своей смеси. Это важно. Сахаро-белковое соотношение очень важно, потому что это во время курения та сладость, которая появляется в затяжке, она отвечает именно только Вирджиния туда. Ориенталы в этом отношении, они играют свою роль, но незначительно. Так вот, мы идем к первой, значит, матурированная основа. Стоут добавляет нам хлебные ноты. Дальше мы лечим, добавляем сахара. Значит, ну нужен никотин обязательно, без никотина смесь не рождается. Добавляем обязательно южноамериканские вирджинии. Это Бразилия, Аргентина. Но, в частности, все-таки, наверное, Бразилия, Санта-Крус, это, пожалуй, лучшие табаки, отвечающие за баланс никотина. Это все-таки Санта-Крус, Бразилия. Они мощные, одновременно и мягкие. Вот. То есть вот мы четыре основы создали. И, пожалуйста, в качестве уже дальнейшего разнообразия кто-то может положить ориентал. Если ему нужна пикантность, нужны ореховые ноты, можно положить не просто один ориентал, а ложить так сразу смесь ориенталов. Почему? Потому что все-таки каждый ориентал обладает каким-то. Возьмем турецкие ориенталы, они маленькие по своей форме, они буквально, вот если посмотреть реально на листочек, ну вот без вранья это 5-6 сантиметров. Почему он такой дорогой? Потому что представьте, да, с растения срывать эти листочки, высушивать, ферментировать, поэтому турецкие табаки такие дорогие. Но за счет своего маленького размера, за счет того, что это засушливая почва, засушливый климат, это мощный аромат всегда. Мощное содержание парафинов, восков и поэтому очень мощный аромат. Это Турция. Берем, например, македонские прилепы, либо возьмем, значит, греческую баску. Это больше сладости, это больше кислинки, больше пикантности. То есть там аромат в Турции, здесь пикантность, здесь сладость, мягкость. Вот ориенталы добавили. Почему? Потому что смеси не сработают лучше. Как уже больше аромата, больше кислинки, уже каждый сам для себя определяет. Ориенталы добавил. Дальше, пожалуйста, берег. Но здесь уже нужно понимать, как я показал, высокий никотин, содержание, ну, до 5%, я думаю, это нормально. Есть экстремальная 7, это много, но 5% это самое оптимальное содержание пирика. Вот. Для того, чтобы он сыграл свою роль и сыграл уже как бы вот эту свою ферментацию сливовую, он дал определенные ноты брожения, которые присущи, а вот именно если пирик сам по себе понюхает, он именно пахнет вот как
у нас стадия брожения, как капуста, собственно, бродит. Вот именно так, такое у нее. Вот. Если рассмотреть другую тему, опять же, это в зависимости от того, какую смесь латакио вы любите, можно довести до 50%. Это вначале взять в основу латакио, конечно, 50%. Ну, кто любит, как говорится, именно латакио смесь. Туда, для того, чтобы все-таки добавить сладости черносливовых нот, обязательно внести ковениш. Обязательно, я считаю, внести ковениш необходимо. Добавить, опять же, углеводы. Все это делается вирджиниевым блоком. Вот. Ну и, соответственно, дальше уже, опять же, как играет фантазия, можно добавить, буквально прикоснуться периком. Буквально прикоснуться периком. До 3%, не более. И добавить немножко рентал. Уже как бы, чтобы создать свой аромат и смягчить смесь. Ну, вот, вот так вот, это блендинг. Скажите. 100-150 бывает, да. Мы можем даже 150. А как вот вообще ферментация настолько стерилизация? Это не стерилизация. Дело в том, что табак находится в закрытой среде под давлением. Вы сами понимаете, что при повышении давления тот температурный фактор воздействия, он совсем у воздействия, совсем другое. Он не находится в той как, в кастрюле, как он варится в воде, там 100 градусов, начинает все вариться. Мы повышаем давление, соответственно, больше 3 атмосфер. И вот эта температура, напросто, как бы, вот это давление как бы консервирует эту среду. И температура позволяет сохранять табак, структуру его. Это очень важно, сохранить структуру. Потому что просто можно элементарно в какой-то момент его изжарить, достать и вложить его в трубку. Просто достать трубку и выбросить его на пол. Я показал вот эти сложные гемицеллюлозные ливниновые реакции. Именно они позволяют даже в итоге в табаке при длительном хранении, более, допустим, 6 месяцев, да, они позволяют образовываться так называемый синаповый эфир и сиреневый альдегид. То есть вот этот запах, он появляется именно этот дух. Такие реакции дают. Ванильный вкус. Вот такой называемый ванильный вкус, да, это дает дух. Можно, кстати, отмотать. Химия. А флайки вы пропланируете водить в будущем? Да. Уже первые опыты есть, оборудование мы закупили. Собственно, вон он, первый флайк есть. Это Ротенберг, который... Да. Это первый флайк и... Это флайк уже сделан у нас. Вот. И хочу сказать, наверное, ну, проанонсируем, наверное, что к столетию фабрики мы выпустим еще один флайк. Видимо, он будет английский, но классический, Вирджиния Перик, я так думаю. Ну, посмотрим, подумаем, но вероятнее всего, это будет обязательно флейк. На столетие фабрики будет флейк. Обязательно. Оборудование закуплено. После приобретения Макинсо-производителя Байклаб, были ли изменения в рецептуре? Нет, абсолютно. Ничего не менялось, это принципиальная позиция, она была принята руководством изначально, ничего не менялось. То, как было выпущено с первого момента, все так и было. По всем сериям, по Стивенсону, по Бристолю, по Макинтошу абсолютно ничего не изменилось. Это 100% я могу это гарантировать. А сырье, что вы тоже будете использовать в дальнейшем? Дело в том, что наряду со всем прочим, с покупкой всех линеек, мы выкупили и контрагента. Да, соответственно, и упаковка, и вся табачная база, это все передалось нам, поэтому здесь ничего меняться не будет. А упаковка, вы говорите, улучшается в каком плане? То есть там какие-то дополнительные... Это вот, да. Вот смотрите, у нас раньше был кисет, если помните, такой бледно-бежевый кисет, без этого самого, без зиблока и без проклейки этого самого, там, так сказать, контрольной ленты. То есть в течение там месяца табак в этом кисете сох. То есть пока он доходил до потребителя, вы получали табак уже пересушенный. То есть он горчил при курении, быстро горел, ну, в общем, со всеми этими качественными последствиями. Это тот кислород, о котором я говорил. Да, поэтому его нужно было реанимировать каким-то образом, но уже тот вкус, который он изначально был, он уже не получался. Поэтому сейчас что? Во-первых, увеличили толщину самого кисета. То есть там увеличили барьерные свойства самого кисета, то есть он гораздо лучше хранит влагу. Да, многослойный, сам кисет стал многослойным. Я еще хочу добавить вакуумную упаковку. Вот это самое главное. Вакуумная упаковка. Здесь вы смотрите, вакуумная упаковка, она с одной стороны хороша,
но табак там не развивается. То есть да, это блин, который задумался на фабрике, он как вот упаковался, так он получился у вас как после открытия. То есть это как бы, как называем его так, это состояние фреш у него остается, баковый, да. Как вот его заложили на момент той фабрики, как производства, в таком состоянии он консервируется, да. То есть чтобы его в дальнейшем развивать, его необходимо, конечно, дальше с ним поработать. Да, вы его можете раскрыть, положить герметичный пакет, и он каким-то образом разобьется. В лучшую сторону, в худшую сторону, это на ваш вкус. А вот, допустим, табаки, которые тут у нас вот как вот коричневые кисели, да, они идут в какой-то среде. То есть табак там продолжает ферментацию. Кислорода, конечно, то, что Валера говорит, что кислорода губительный табак, он каким-то образом переработался, и количество кислорода не поступает. То есть табак все равно продолжает ферментацию. И он еще плотно прилегает. То есть он развивается со временем. И кисет позволяет так, чтобы он был в лучших условиях там хранился. Ну в этом отношении, конечно, лучше всего это металлическое. Да, на металлической банке всегда лучше. Металлической банке был неправильный вопрос, все серии получились в итоге. Вот шестерка. Или та другая. Вот Африка, о которой я говорил. Упаковка действительно. Вот Вирджиния, вроде как Вирджиния, да? Угу. Просто она раз. Ну вот я хочу показать Африку. Да, а это, по-моему, Кения, по-моему. Так меня тренируют. Ой, наверное, мои документы. Так, а время в три у нас сначала. Сейчас по регламенту расскажем. То, что будете пить, сдвигайте вперед, у нас тут не международное соревнование. Соответственно, зовут меня Олег, а фамилия, по-моему, могу уронить. Я буду сегодня 20. Сразу объявляю. Регламент. 5 минут. После того, как даются трубки, да, вы все просматриваете, если трубка не подходит, у каждого ёж, проверяем, смотрим. Если что-то не нравится, меняем. 5 минут на забивку, 5 минут, потом 2 минуты на раскуривание, у каждого по 2 спички. Соответственно, спички не зажгли, спички пока вам выдаются, тоже можете смотреть, менять, если что-то не устраивает, значит меняем. 2 минуты на раскуривание, после этого начинаем курить, отбивается так. Соответственно, кто не был, не знает, да, трубка держится в руках, топтать можно только вот так. Не вот так, не вот так, в смысле, вот так. В процессе топтания, чтобы в зубах было обязательно? Обязательно только в зубах. Только вот так. Если увидел вот так вот, соответственно, первое предупреждение, так как еще раз повторяю, у нас международное соревнование, но по регламенту. На второй дисквалификации. Не прикурил, если не стартовал, поднимаешь руку, значит время закончилось. После дисквалификации ставится аппарат, то есть ноль. Все, что вы прокурили, аннулируется. После того, как начали курение,
по забивке понятно. Как только у вас загасла трубка, да, в любой момент я могу подойти к каждому, попросить показать дым. Выглядит это так, что вы должны делать пых, должен появиться дым. Понятно? Если дыма нет, у нас все на доверие. То есть поднимает, чувствую, что загас, заглох, забилось. Поднимает шубку, отбивается время, вписывается в карточку, подходит и катит. Карточка отмечается, ставится время. Понятно? Еще раз говорю, что ершом в трубку ладится. Ершом в трубку еж вам дается. Только на этапе проверки трубки перед тем, как начинаете курить. После этого ершей я видеть не должен на столе. Процесс курения ершом в трубку не лезть. Вообще в трубку ничем не лазит. Сразу советую, да, когда начинаете, делать лучше ему штуку вот так. Потому что выбивать его можно, да? Лазить ершом нельзя, но выбивать можно совершенно спокойно. Понятно? Понятно. Какие-нибудь вопросы есть? Задавайте. Суховат кабачок. А, я же только что сигарку покурил, так что для меня он мягкий. Ветер в ту сторону, а так сквозняк. И как последний. Всем успеха. Спички, пожалуйста. Убираем полегку. Еще раз напоминаю, трубка топчется только вот так. Зубах.
Победитель, его время. Сейчас 15:27. Гена. Вышел Гена. 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 Да. Гена на. Аплодисменты. 15:27. Ох, ни хрена себе. Ни хрена себе. Гена, ты удивляешь. Часа полтора. Давай нам до банки там. Я что, я сильно не буду сейчас. Чисто нормально. Да тут еще, блин, час вообще смирно. Да. С самого начала. То есть я не то, что ее там в процессе подбиваю, я как раз на этом деле очень долго обжигался. То есть я чувствовал, что неплохо набил, начинаю дубасить в процессе, бахнул, огонь не достал. Вот, а соответственно. Товарищи! В 91-м году. Наконец-таки у нас прошел долгожданный кубок Южно-Российского трубочного клуба, который, кстати, посвящен десятилетию клуба. Десятилетие клуба мы будем отмечать на банкете. Ну, отдайте представителя. Ну, возьмите. Как представитель. Прием. Передадите, да, в общем? Сейчас появится. Что, хотите? Так.
15 место, Рыжков Дмитрий, пожалуйста. 12 место, Мидгард Валерий. 13, да, Валерий? 12. 12. 11 место, Руденко Владимир. Спасибо, что ты так чувствовал с нами. Почаще. 10 место, Синютин Евгений. Я надеюсь, что в скором времени у нас в Таганроге появится отделение ЮРТК. Вся надежда на тебя. 9 место, Теплинский Денис. Денис Теплинский, пожалуйста, на ковер. Спасибо большое. Это дипломчик, можешь повесить на стены? Зала не мира. 8 место, Бударев Павел. 1 из самых активнейших членов клуба. Паша, спасибо тебе. Спасибо вам. 7 место, Шайдулин Фидель. Самый дальний член клуба. Спасибо тебе, спасибо, что ты там приехал. Я надеюсь, что мы будем видеть тебя каждый год на той неделе. Ну, за такие слова-то. Какие разговоры могут быть? Конечно, спасибо. 6 место, Денисов Александр. Поздравляю. К нам приехали гости из Скандинавии. Да. Это человек, который очень сильно мне помог в организации турнира. Очень сильно. Но ему отдельно в кулуарах мы там снимаем. Побрей бороду. Спасибо. Нет, косички за тебя. Обидно, вот знаете, что у нас на самом деле два Сергея, два Кулагина, вот, но участвовал один. Тебе. А второй на замену, да? На победу. Да. Спасибо. Да. 4 место, Стрельтаков Василий. Про Таганрог я говорил, можно сказать про Батаев. Если вдруг, ты понял, да? То есть как бы будем писать там. Батайская ВТК. Так, мы теперь приступаем к тройке победителей, и почетное 3 место занял Дремов Арген. Я тащу. Тащись. Арген, огромнейшее тебе спасибо. Да. Вот это вот тебе подарок от Вовы Ершова, который, ну, к сожалению, с нами не присутствует. Вот. Но у которого, к сожалению, вполне. Я делаю вот так. Спасибо. Спасибо. Человек, который монтировал нас пивом. Подожди. Еще более почетное место. Это Бойченко Геннадий. Дед, вот ты знаешь, удивил, очень порадовал. Вот за что спасибо, вот эта трубка. Чат 15 это хороший результат для ЮРТК, это тем более хороший результат. Вообще, у нас есть уже кандидат на чемпионат России. Гена, ты же понимаешь. Всем спасибо, кто мне поддерживал нас во время курения. Это Вовгену и Саше, я просто о себя говорю. Они меня поджимали, поэтому им спасибо тоже. Это кулак. Это тебе огромнейший респект от Фиделя. Фидель, это мне уже... Вот ты же понимаешь, он же ее выбрал. Я даже не выбрал. Спасибо. И еще я скажу, да, это призы от наших новых спонсоров. Не побоюсь этого сказать. Партнеров, которые отдельно могу сказать, да, Погарская фабрика в лице Алексея Дябкина, Валерия
Лёдный, да. Вот. Я думаю, что мы еще не раз будем организовывать вместе турниры ЮРТК и, может быть, ну, пойдем дальше, да? Вот. И будем контактировать. Спасибо вам большое. Это, я думаю, то, что стоит. Так, ну наконец настал момент, да, поздравить победителя сегодняшнего чемпиона. Это... Дима, знаешь, вот я рад, что ты приезжаешь к нам. Вот спасибо. Никого нет в Москве, а Дима Квадро приехал. Это, знаешь, это аж прямо меня, аж, блин, вообще аж переворачивает. И не зря. И не зря. Привет из Киева. Ого, ничего себе, это кто? Это Рыженко. Рыженко? Да. Покажи, покажи, Дима. Запахом Майдана трубка. Варяла на крышу. Не, она до Майдана сделана. Запахом... Щуки и УАЗ. Ой, да, я знаю, Рыженко. Ну вот, скромненько табачок. И не скромно пиво. Я ж не пью. Тогда здесь стоит не пью. Спасибо, дядя. На самом деле, рад приезжать всегда к вам. Отлично и город, и проведение. Ну, действительно жаль, что я опять один. Только из... Москвы-то добрался. Ну ничего. Я думаю, будут что... еще следующие разы. Конечно, конечно. Вот. И этим нашим лентяям тоже там поджопников давай по поводу того, что какая нафиг яхта, какая Турция, надо в Ростов. Да, да. Это да. Отлично. Все, спасибо всем. Большое спасибо всем. Большое спасибо еще раз отмечу помощникам Саша Денисов. Вадген Деремов. Нашим рефери. А где, кстати, Олег Мамонов? Ну, рефери у нас Олег Мамонов был. Это человек вообще непререкаемого. Может кто-то высказать? Если кто-то хочет что-то сказать, пожалуйста.